Так вот, кто хоть раз влюблялся на съемочной площадке? Продолжим говорить на эту тему. Да, нету одинакового ответа. Лена! Лена! Лена, вы друг друга сдали сейчас. Просто спалились. Спалились. На молодежном языке это так называется. Вот так это называется. Я не знал, что ты молодежным языком-то говоришь. Следующий вопрос. Кто капризный? Опять спалились. Видно, были какие-то грустные обидки у вас, да? Не совпало у вас, не совпало. И еще один вопрос. Кого больше любит съемочная группа? Да! Совпало. Молодцы!